Такой восточный колорит в нашу программу «Вечерний Витебск» внесло выступление ребят из Туркмении. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Ну да, это такой вот весенний праздник. И надо сказать, что эти восточные мотивы в нашей студии сегодня звучат совершенно не случайно. Именно в эти дни мусульмане Востока отмечают свой самый светлый, ну и, наверное, долгожданный праздник. Праздник весеннего равноденствия. Навруз. Ну, Навруз – это восточный Новый год. В переводе с фарси Навруз означает «новый день». Так что, наши дорогие гости, поздравляем вас с Наврузом. Навруз, Байран, Будлы, Балсун. С праздником вас, ребята. С праздником вас. Присоединяйтесь к нам. Очень интересно, все, что касается Востока, это, понятное дело, тонкое. Но знаете, что меня больше всего поразило? Что оказывается, именно весной мусульмане Востока отмечают Новый год. Вот, собственно именно. Говоря, мне это очень не понравилось. Я еще знаю, что по правилам Востока, кто сидит во главе стола, к тому обращается с вопросом. Поэтому, наверное, я обращаюсь к вам. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кирим Курбанов, я студент ветеринарной академии. Витебской, учусь на 4-м курсе биотехнологическом факультете. И со мной сегодня в гостях мои друзья, мои соотечественники и для которых это сегодня праздник. Да, это в честь праздника. Вот. А, ну раз мы уже с вами не просто разговариваем, мы разговариваем еще и под аккомпанемент, что за музыкальные инструменты? Этот очень хороший инструмент, называется дутар. Он делается из дерева, тутошка, есть такое дерево. Вот. Буквально на двух струнах, именно на двух струнах делают замечательные композиции. Вот. Правда, замечательные, очень восточные. Очень восточные, да, это более так звуки Востока, так скажем. А девушка? То, что у девушки, это называется гопус. Это инструмент для девушек более. Исключительно для девушек. Вот. Парни в основном только на дутарах. И вот. Ну, опять же, мы возвращаемся к теме Новый год. Вы знаете, вот у нас как бы существует уже своя сложившаяся традиция на Новый год. На нашем столе новогодним должен быть салат оливье и мандарины. А у вас это, наверное, плов, и лепешка. У нас очень много, кстати. Меню большое, много что на столе. Что вот обязательно, именно на Новый год? Обязательно. Это праздник весны, пшеница, проросшая пшеница. То есть вот то, что украшает, стоит в центре стола. Есть еще такой сладость, называется семени. Он делается тоже из пшеницы. К нему прилагаются всякие другие вкусности, там шакшаки, например, пишме вот наш на столе стоит. Это сладости, да? Это сладости, да, пишме, вот этот чапады, это все сладости. Вот. А еще также готовятся манты, традиционное блюдо, наш плов, еще много-много вкусных
количество блюд, сколько на новогоднем столе должно быть обязательно? Неограниченно. То есть чем больше, тем лучше? Чем больше, тем лучше. Почти как у нас. А потом вы так, как и у нас, неделю доедаете это все из холодильника? Нет, это все доедается за один день, я вам скажу. Потом, наоборот, готовим, готовим. А как это можно съесть за один раз? В этот день, в праздничный день, дом может посетить много гостей, так скажем, родственники, друзья, знакомые, соседи. Даже не то, чтобы соседи, можно и благотворительность, люди едут. То есть угощать едой? Угощают, да, угощают едой, именно. Так что нет еды, которая портится. Вот еще, извините, скажите, пожалуйста, а во главе стола обычно сидит самый старший член семьи, да, или хозяин дома? Просто у нас сегодня так получилось, что вы студенты, да, поэтому у нас сегодня только молодые за столом. А как происходит на самом деле? Самый старший это является, конечно же, глава. Это дедушки. После дедов идут гости. Вообще-то, у нас говорится, что гость важнее, чем старше. Чем хозяин дома. Чем хозяин дома. То есть для вас сегодня такой первый опыт, наверное, да? И почетно, ответственно, и потом дома посмотрят и скажут, ты вел себя хорошо. Ну, гостям всегда рады. Вот, так. А еще вот очень интересно, плов, вот вы сказали, что вообще у нас даже ассоциируется Восток, и плов это, знаете, вообще-то понимаю, что на Востоке плов это такой кулинарный шедевр. Да. А правда, что его готовить должны только мужчины? У нас вот, правда, готовят только мужчины. Я так считаю, многие считают в Туркменистане, что плов мужчин получается лучше, чем дам. Чем у женщин. Да. Плов вкусно готовится на костре, специальном костре. То есть не на наших традиционных кухнях, а именно на улице, именно на костре, на тогда он бывает более такой вкусный, такой ароматный. Чувствуется. А вы знаете, у меня даже идея возникла. Вот вам, как студентам, я нашла форму, каким образом вы можете подработать. Открыть курсы приготовления плова для мужчин. Вы знаете, я думаю, что нашлись бы желающие. Кстати. Но, во всяком случае, я бы своему супругу посоветовала. Я думаю, что это очень полезно. Кстати, а вы никогда, извините, не пробовали, например, наш белорусский плов? Например, в студенческих столах, я знаю, это довольно популярное блюдо. Котлета с рисом? Это то, что с рисом подают. Это актуально, это по будням актуально после пар. Котлета с рисом. Да? Очень отличается. Не очень, скажем, вообще похоже на плов. Почти плов. Не хватает только морковки туда. Но еще я знаю, что очень интересно, ваш Новый год почему-то весной. Мы по привычке Новый год, это у нас связано с зимой. Я вам скажу по секрету, что у нас тоже Новый год и 31-го, и 14-го на старт. Так вы отмечаете два раза Новый год. Мы отмечаем, естественно. Но это мусульманский праздник является Новруз Байрам. Так тоже Новый год, у нас третий Новый год. Это праздник весны, праздник равновесия. Равноденствие. Равноденствие, да. Я всегда думал, знаете, что только в нашей стране отмечают дважды Новый год, старый и новый. А вы трижды, вы даже нас переплюнули. А позвольте еще такой вопрос. Вы, когда собираетесь отмечать этот праздник, вы надеваете национальные костюмы, правильно? Да. У нас, когда отмечают Новый год, национальные костюмы не надевают. А понаряднее, что покрасившее, поновее. Да, в этот день надевают многие свои наряды, выходят, всякие состязания спортивные устраивают, мероприятия, танцы, как ярмарка. Представьте себе, ярмарка на открытой поляне, там угощения бесплатные. Проходишь, получаешь бесплатное угощение. То есть это такой яркий, насыщенный праздник. Да, любой желающий может приехать, поучаствовать в борьбе, получить свой приз за борьбу в спортивных мероприятиях. Вот. Еще там много разных, на скакунах бегают наши ахалтикинские. Это есть лошади, скакуны. То есть скачки. Скачки. Джигиты состязаются. Ах, как это красиво. Как я, можно сказать. Такие джигиты. Здорово. Кирилл, а вот еще очень интересно то, что касается, знаете, мы привыкли к тому, что Новый год, оказывается, у вас тоже Новый год длится 13 дней, как у нас Новый год 1-го, 14-го старый Новый год. У вас та же самая история? У нас тоже самое, я вам скажу. В этот день можно прощать все обиды, быть добрым, не ругаться ни с кем, быть гостеприимным, и тогда благополучие, удачи, успех всегда будет рядом с этим человеком. А потом еще, вы все-таки, я знаю, что очень много для, скажем, на Востоке уделяется вниманию чай. То есть для вас это особый напиток и особое отношение. А вот как, что вы пьете здесь в Витебске? Я надеюсь, это не чай с пакетиком. В Витебске, я вам скажу, мы пьем наш туркменский чай. Мы везем из дома, да. Мы пьем зеленый чай в основном, считается, придает силу, уверенность именно домашний чай. И не дает забывать о том,
О доме. О доме. Да, что тоже очень Вспоминаю. Важно. Ребят, спасибо вам большое, с вами очень интересно. Аромат идет просто необыкновенный, но нам нужно продолжать нашу программу. Наташа, у тебя будет буквально несколько минут на то, чтобы хотя бы попробовать эти блюда. Мы посмотрим афишу, вернемся в студию и продолжим уже говорить о празднике Навруз более подробно. Витебский краеведческий музей приглашает на интерактивную выставку занимательных наук «Экспериментус». В экспозиции представлено почти сотни изобретений разных эпох. Посетители смогут воспользоваться всеми приборами и устройствами выставки, чтобы в буквальном смысле прикоснуться к удивительному миру науки, понять действие физических законов и получить объяснение удивительным природным явлениям. Выставка работает с 10.00. В арт-пространстве Толстого 7 проходит выставка графики Елены Мурадян «Жизнь в картинках». Молодая художница представила серии работ, выполненных в смешанной тематике и объединенных темами «Человек», «Животные» и «Мебель», экспериментируя со стилем комикса, книжной иллюстрации и академического рисунка. Начало выставки в 10.00. Витебский художественный музей представляет выставку дизайнера и преподавателя ВГТУ Татьяны Яковлевой-Маклецовой «Вот такой переплет». Автор работает в технике коллажа, арт-объекта и художественного текстиля, раскрывая взаимозависимость формы и цвета. На выставке представлены работы автора, выполненные в жанре экспериментального текстиля с использованием льна, шерсти, фасонной пряжи, синтетической сетки и полиэтилена. Начало в 10.00. Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль «Дядька Ваня и сестры Три». Актер провинциального театра Владимир Сергеевич Белов дает волю чувствам, оказавшись в одиночестве в своей гримерке после спектакля. Размышляя об упущенных возможностях и неустроенной жизни, актер вытаскивает из песка памяти все свое прошлое – детство, любовь, работа. Его время по капле уходит, а чемодан несбывшихся надежд уже переполнен. Но Белов знает, что на многое еще способен, и, пожалуй, он возьмет свой чемодан и пойдет дальше. Начало спектакля в 18.00. Витебская областная филармония представляет концерт фортепианной музыки лауреата международных конкурсов пианистки Влады Шацкой. Участница концертов Белорусской государственной филармонии исполнит произведения из репертуара Людвига ван Бетховена, Ференца Листа и Игоря Стравинского. Начало концерта в 18.30. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет лирическую комедию «Психоаналитик для психоаналитика». Двое незнакомых людей обращаются к психоаналитику. Красавице Светочке, бывшей секретарше своего нынешнего мужа, и мужественному Алексу, человеку сомнительной профессии, предстоит по совету врача проводить сеансы терапии вместе, пытаясь побороть взаимное презрение и глубокую депрессию. Но оба еще не знают, что психоаналитик, придумавшая столь своеобразную методику, на самом деле самозванка с грузом собственных нерешенных проблем. Начало спектакля в 19.00.
Это был кабардинский танец, назывался он «Уродника» в исполнении студентки Витебской академии ветеринарной медицины Дианы Кармовой. Ну, а у нас в студии появился новый гость. Поздравляем и представляем, да, Наташа. Да, я, во-первых, сначала хочу сказать, что сегодняшняя наша программа посвящена восточному весеннему новогоднему празднику Навруз. И то, что касается моего собеседника, именно он имеет самое непосредственное отношение к тому, что этот праздник появился и у нас в городе. Итак, встречайте. Игорь Сайдулаевич Муртазаев, начальник отдела воспитательной работы Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь Сайдулаевич. Игорь Сайдулаевич, ведь у вас Навруз уже проходил не первый раз, отмечался в академии, а в четвертый раз. Ну вообще, откуда появилась идея, чья это была идея и с чего вы начинали? Ну, идея празднования Навруза зародилась 4 года назад в ходе общения с иностранными студентами. Они поделились своей идеей, чтобы праздновать этот праздник. Конечно же, учитывая, что культура Навруза несет в себе очень хорошее начало, празднование возрождения природы, торжество жизни, значит, ректор Академии Ятусевич Антон Иванович поддержал инициативу иностранных студентов. И мы уже в четвертый раз имеем возможность праздновать этот великий большой праздник у нас в стенах нашей академии. Но от еще... лица всех иностранных студентов хочется сказать большое спасибо нашему ректору Ятусевичу Антону Ивановичу. Ну, это действительно это. И инициатива сама по себе, да, интересная. И самое главное, наверное, что, во-первых, ну, ребята приезжают, скажем так, издалека. Они вырваны из своей среды, и поддержать их, наверное, вот этот праздник и дает возможность поддержать их, почувствовать себя немножко увереннее, как дома тоже. Да, они вспоминают родину, они вспоминают свои обычаи, свою культуру. Поэтому и с другой стороны, наши белорусские граждане, наши белорусские студенты приобщаются к культуре, таким образом познают друг друга. Да, кстати, вот в этом году, когда проводился четвертый раз Навруз, он проводился, кстати, в Дворце культуры Витебской академии. Да. И едва туда вместил всех желающих, которые хотели посетить этот праздник. Я думаю, что вам уже пора выходить в город. Да, мы тоже уже подумываем об этом, потому что очень большое количество желающих посетить, поучаствовать в нашем празднике. И действительно, 4 вуза участвуют в нашем ага, празднике. То это уже не просто праздник, а такой фестиваль межвузовский, да, получился. Да, фестиваль-праздник. И формат его несколько изменился. Даже уже второй год изменили мы формат. То есть мы начинаем праздник со спортивных состязаний. Затем после этого у нас выставка, а после выставки концертная программа. То есть и состязания в том числе сохраняются. Джигиты есть джигиты. Да, да, да. Мы говорим сейчас о том, что вот, понимаете, почему вам можно выходить, вернее, нужно выходить в город. Сам по себе очень удивительный праздник. Вот и ребята рассказывали, и, естественно, я читала, что в эти праздничные дни, то есть люди особенно щедрые, там, помогают бедным и прочее, прочее, то есть прощают обиды, не злятся. Я думаю, что это действительно замечательный праздник. Он был, ну, наверное, хорош был бы для нашего города. Ну, а то, что касается, да, он же, помимо того, что он интересный, он еще и внесен в 2009 году, да, в ЮНЕСКО, да, как нематериальная культурная ценность, наследие. Да, и обозначен как международный праздник Навруз. А ведь еще самое главное, это что это ведь и для вас тоже праздник. Ну да. А как отмечают Навруз в Таджикистане? Ну, хочу сразу сказать, что этот праздник не имеет, наверное, отношения к определенной, к одной национальности. Этот праздник отмечают миллионы людей по всей территории, где ранее располагалась Персидская империя. И поэтому этот праздник отмечают и народы Средней Азии, и народы Кавказа, народы Ирана, даже северные провинции Китая и Индии. Татарстан, Башкирстан. А это религиозный вот праздник или? Нет, ни в коем случае его нельзя относить к религиозным праздникам, потому что этот праздник зародился еще до возникновения ислама. Но что интересно, ведь не все мусульмане отмечают этот праздник. И кое-где его даже запрещают отмечать или праздновать. Да, к сожалению, его запрещают, но в себе этот праздник несет только доброе, только хорошее начало.
Поэтому этот праздник живет веками, и народ его очень любит. А я знаю, что очень интересно, что это такой праздник, который в себя вместил, ну, наверное, столько всяких традиций, которые, в принципе, присущи и нам, славянам, европейцам. Да, очень много есть похожих обычаев, ритуалов при праздновании этого праздника. Например, перепрыгивание через костер. Кстати, у славян тоже это есть. Да, купали наши. Да. Значит, и этот праздник, он очень похож со славянским праздником Камаеды, по-моему, у славян такой есть. И даже Пасхой. И даже Пасхой, потому что на праздничном столе присутствуют раскрашенные, украшенные яйца. А вот то, что если говорить вот конкретно про Таджикистан, вот есть какая-то такая своя, именно своя традиция празднования Навруза, которая присуща только вашему народу? Ну, сказать, что что-то есть в каждой области, каждый регион имеет, конечно, свои какие-то нюансы, но в общем, праздник один. Праздник один. Готовятся в основном практически одни и те же блюда, практически также празднуются, в общем-то, в каждом доме, в каждом регионе, широко. В общем, очень много народа участвует при этом празднике, поэтому сказать, что в Таджикистане только так? Так, или в Узбекистане только так, или в Туркменистане так нельзя. Это общий праздник для всех народов. Ну и еще вот, мне бы хотелось просто еще как бы для себя уточнить. Понимаете, вот мы привыкли к тому, вернее, нам привычно на слух, что все-таки вот зима, Новый год, а у вас весна и Новый год. Ну, естественно, праздник Навруз, он начинается в день весеннего равноденствия. Поэтому 21 марта как раз в этот день и празднуется Навруз. Этот праздник очень большой, и он еще связан, этот праздник еще и, скажем, праздник для земледельцев, для крестьян. В этот день они начинают как раз свои сельскохозяйственные работы. А вы знаете, мне кажется, еще да, многие любят праздники за то, что это возможность подарить или получить подарки. Навруз – это праздник, когда дарят подарки, получают или не принято вообще делать какие-то? Тут нельзя сказать, что ты только даришь, ведь каждый желает одарить своего ближнего, своего родственника, всех людей. Поэтому ты одариваешь и тебя. Одаривают. И тебя одаривают. Обмен подарками, да, получается. Да, обмен подарками. А мне бы хотелось еще вернуться к теме ветеринарной академии. Понимаете, вот мне, я считаю, что да, это здорово. Появилась вот такая замечательная традиция, в которой есть шанс стать нашим городским тоже праздником, Навруз. А если вообще в целом говорить о вашей работе, вот вы работаете, получается, не только для ваших студентов из стран СНГ, но вы работаете еще и с нашими витебскими диаспорами. То есть получается, да, что вы поддерживаете так связь? Да, мы поддерживаем связь. Мы учим, чтобы наши студенты развивались как личности. Поэтому мы очень хотим, чтобы наши и белорусские студенты, и иностранные студенты познавали культуру разных народов. То есть вот на этот праздник приходят и вы приглашаете? Да, и приглашаем мы диаспоры всего города Витебска. У нас очень активно участвует в нашем празднике диаспора из Азербайджана, из Татарстана, из Башкирии, из Таджикистана есть и из Узбекистана. А вот в целом, вы уже не первый год, ведь у вас учатся студенты, иностранные студенты. Как в целом они вживаются вот в нашу атмосферу, в нашем городе? Все-таки другой менталитет, специфики есть? Конечно, вопрос адаптации, время адаптации есть, но хочется сказать, что для иностранных студентов у нас в академии делается все. Они не чувствуют себя какими-то обделенными. Они очень быстро привыкают к нашим традициям белорусским. То есть вы создали именно ту атмосферу, да, для того, чтобы ребята быстрее адаптировались. И все иностранные студенты дружат с белорусскими студентами. Ну, нельзя сказать там, чтобы они как-то долго тосковали по своей родине. Тем более, что мы идем навстречу и проводим для них такие праздники. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Тема действительно очень интересная. Я хочу еще раз поздравить вас с праздником. Спасибо. Здоровья, благополучия, ну и хороших студентов. Ну Спасибо. А сейчас у нас пришло время для нашей постоянной рубрики «Попади в телек». А дальше у нас еще много всего интересного.
Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». В последнее время популярно одно молодежное движение – снимать телепередачи. Я под него, под это движение попал. Сегодня мы будем двигаться в направлении ваших позитивных мыслей, которые люди направляют уже в сторону вас через телевизионный экран. Меня зовут Саша Каринман, это рубрика «Игра «Попади в телек», и мы начинаем. Сегодня, дамы и господа, у этой прекрасной девушки, как она мне сказала, день рождения. Это правда? Это правда, да. Этого недостаточно, нужен паспорт, пожалуйста. Паспорт дома оставил, не про слово. А пока паспорт дома, можно на этот паспорт взять несколько кредитов. У вас есть муж, да? Муж? Есть муж. Скажите, вы знаете все кредиты, которые он взял уже на ваш паспорт? Вы уже знаете, вам приходило оповещение на ваш телефон, нет? Нет, еще не приходит. Придет. По-любому придет. По-любому придет, но вы его не ругайте, потому что у вас день рождения. В день рождения никаких скандалов, никаких ссор. Что бы хотела такая девушка, как вы, получить в подарок? На день рождения? Ну, весь подарок у меня уже есть. У меня маленький ребенок, любимый муж. Так, то есть и второго надо, да? Нет, второго пока не надо, но у меня все есть. Я про мужа. Вас зовут? Алина. Алина, сегодня мы всей нашей группой вас также от души поздравляем с праздником. Спасибо. Всем нашим телеканалам Витебск и все телезрители, которые там за той стеклянной стеной телевизионной, они тоже сейчас вас поздравляют, направляют воздушные поцелую, поздравители так, и хотят, чтобы вы, наверное, с нами поиграли. Хорош, ты попала в телек, я тебя поздравляю. Дорогие мои телезрители, мама, папа, я вас очень люблю. У меня сегодня день рождения, я очень рада этому. И всем моим друзьям, всем моим знакомым, кто меня знает, кто меня помнит, всем-всем-всем огромный привет. Это привет из Витебска. Это вот всех-всех-всех люблю, всех с весной, кстати, с праздником. Когда ты в телек попадешь, тебя я в телеке увижу, и только дед стучит по крышке. Тук-тук-тук, я имею в виду по крышке телевизора. Ну, вы путешественник, я смотрю. Да. У вас очень большой рюкзак. Да. Вы собрались в поход. А тут Марка сидит, тут построили пирамиду. Что делать? Как будто в Египет съездили, да? Да. Ну, Дим, скажите, пожалуйста, чем действительно занимаетесь? Я сам живу в Минске, работаю в Минске. Работаю я в монастыре, при монастыре Свято-Елизаветинском. Вот, тут я на экскурсии, вот, по святым местам путешествую, уже с четверга. Ну, это очень, очень здорово, очень одобрительно. Ездить по святым местам, это очень интересно. Вы, я так понимаю, при монастырях и остаетесь, ночуете, едете, да, то да. есть там работаете, да, помогаете, да, кушаете да. и едете дальше. Это, да. это здорово. У нас вам понравилось в Витебске? Нравится. Я бываю регулярно у вас в Витебске. Мне ваш... Можно руку возьму? Да. Мне ваш город очень нравится, вот он самый красивый, самый симпатичный, вот. А если другие посмотрят, ты такой же и симпатичный, как и все. Ну, по взять по соотношению доброты людей, вот в духовном плане, вот мне это нравится, вот. Да и так люди добрые, вот спрашивают, тебе даже подсказывают, рассказывают очень много, вот. Вот, увидел ваш торговый центр, зашел, и вот заряд энергии, просто заряд энергии, вот. Футбол? Да. Да, давайте 5, я вас поздравляю. Мама, папа, я вам передаю привет, я сейчас нахожусь в городе Витебске, а также всем знакомым, кто меня слышит, видит сейчас по телевизору и знает меня, среди знакомых, друзей, всем привет, всем хорошего настроения, я буду через неделю. Настало время, друзья, устремиться в бесконечно вечное, а значит отдохнуть. Все очень просто. Наша рубрика подходит к концу. Всем пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Fesillerin sultanı, tebiyete can veren ömrümüzün baharı. Görün bu hoş fesilde bize kim konak gelir? Telgimizin sevimli kulunu Vruz bayramı. Görün bu hoş
güzel konak gelir. Halkimizin sevimli ulu Nevruz bayramı. Kadim ulu torpağım müqaddes bu bayramı. Sevindirir herkesi bütün Azerbaycanı. Gazenir baştan başa bizim adlar diyarı. Sevinirik hamımız gelir Nevruz bayramı. Gazenir baştan başa bizim adlar diyarı. Sevinirik hamımız gelir Nevruz bayramı. Yaz gelir, yaz gelir, elimize Nevruz gelir. Yaz gelir, yaz gelir, elimize Nevruz gelir. Bizim ele Nevruz gelir. Bezeyir semeniler, her evde kız gelirler. Eşke düşer Nevruz'da, yazda yeni yetmeler. Nağme değer elimiz, cehşeh vurar bülbüller. Çiçeklenir her taraf, gelir Nevruz bayramı. Nağme değer elimiz, cehşeh vurar bülbüller. Çiçeklenir her taraf, gelir Nevruz bayramı. Bütün Azerbaycan'ı kazanır baştan başa bizim odlar diyarı. Sevinirik hamımız gelir Nevruz bayramı. Kazanır baştan başa bizim odlar diyarı. Sevinirik hamımız gelir Nevruz bayramı. Yaz gelir, yaz gelir, elimize Nevruz gelir. Yaz gelir, yaz gelir, elimize Nevruz gelir. Gelir Nevruz bayramı. Gazenir baştan başa bizim odlar diyarı. Sevinirik hamımız gelir Nevruz bayramı. Yaz gelir, yaz gelir, elimize Nevruz gelir. Yaz gelir, yaz gelir, elimize Nevruz gelir. Bizim ele Nevruz gelir. Вот так зажигательно мы начали свою вторую часть нашей программы. Итак, вы сейчас смотрели и слушали. Перед вами выступал известный в городе Витебске азербайджанский поэт и исполнитель Эльдар Ахметов. Ну а сейчас я с удовольствием представлю его брата Сабира Ахметова, с которым мы будем говорить о том, как отмечают, как празднуют Навруз в Азербайджане. Здравствуйте, Сабир. Здравствуйте. Сабир, а вы скажите, правда, вот мы говорим, что Навруз – это такой восточный именно Новый год. А какая-то особенность у каждого все-таки есть. И вот перед нами стоит ведь не просто так вот это замечательное, просто шикарное блюдо со сладостями. Это какое-то новогоднее угощение? Это именно на Наврузе это делает. Навруз отмечает, в принципе, очень давно. Она пришла с Ирана. Да, это древняя традиция, да. Да, Ирана. И отмечают его персидские, персиязычные и тюркоязычные. Народ во всем мире почти. Вот этого Навруз отмечают. И сладости это обязательно сладости, должны быть в эти праздники, Сладости основной у всех.
есть. Но есть у какого-то народа что-то другое. Но вот в Азербайджане точно так же. Плов, лепешки, да, и сладости. Обязательно, да? Вот надо сладости, вот этот самый пахлава, вот эти. Это вот, та самая знаменитая вот пахлава, которая самая настоящая. Потом этот шакербура называется. Внутри орех, все именно с ореха делается, это из грецкого ореха. Этот, что-то другое, этот, ну, разные это сладости. А кто готовил? Подождите, вы так несколько теряетесь в этих блюдах. Кто готовил? Жена готовила. То есть вы хотите сказать, что у вас почти каждый день вот такие блюда бывают? Нет, каждый день мы не делаем его, каждый день. Это труда очень. А, вообще-то то есть это делаем и на праздниках делаем. Угу. Когда дети хотят, делается, это не проблема. Вы знаете, даже завидуем по-доброму. Да. Это делается. Ну, а обязательно, что должно быть обязательно на Новый год, на новогоднем столе, вернее? Вот сладости должны быть, вот именно, вот бобовый, ну, орех, вот фундук. А это что-то, каждое блюдо обозначает что-то, должно, да? Должно быть что-то, почему? Даже из пшеницы делают, жарят его, его сначала готовят в молоке, чтобы она немножко распухнет и мягко становится. Потом пшеницу обыкновенную, чистую пшеницу. То есть пророщенную пшеницу? Жарит. Нет, сухую пшеницу. Да, жарит. И он получается очень мягкий. Ну, потом к нему добавляет изюм, и фундук, орех, все мелко делает и перемешивает, и так едят. Ух ты, здорово. К чему это должно быть? Потому что у нас именно вот этот идет в Азербайджане. Как в детстве, я это помню, все, там, я уже 38 лет живу в Витебске. То есть вы наш витебский азербайджанец. Да. Ну, когда молодость мой, там, детство прошло там, в Азербайджане. И дети очень любят этот праздник. Угу. И этот праздник почти отмечают на улице, в городе. Ага. То есть у вас вот это... В городе, в деревнях, кто где живет, там разницы нет. Вкус вот этого вечером блюда, да? Идут, да. С детства. Кто шапку, это вообще говорят, да? Угу. Шапку, кто, ну, мешочек какой-нибудь. Пакетик. Пакетик. Идут к соседям, друзьям, не имеет значения кому. А-а-а. Любой дверь открывает, ложит возле дверя, и стучит и убегают. И вы должны и положить. Вот хозяин дома или кто-то оттуда выходит, а уже знает, что кто-то пришел. Они берут вот этот пакет или шапку, ложат сладости, конфеты. Это должно быть, это должно быть. И вот горга называется, которую делается вот из пшеницы. Этой обжаренной пшеницы. Обязательно ложат этот. Понимаете, это как-то передача друг другу всего этого. Богатство весеннего. А, это как или пожелание, да? Да, пожелание. Мне показалось в какой-то момент, что это немножко похоже на наши какие-то славянские обычаи. Да. Вот калядование, когда ходят, калядуем, собирают сладости. Да. Вообще, скажите, а есть, может быть, какое-то блюдо, которое ваша жена, вы или ваша семья не могут приготовить, потому что в Витебске, например, не продаются какие-то вот из этих продуктов? Или все из простых ингредиентов, и у нас это все можно купить у нас в не только праздник, любой день, любое время делается примерно плов у нас азербайджанский, отличается от всех. Ну, у нас очень много разных плов есть, но основной вот на Наурус делают плов. Рис отдельно варится, вообще к нему ничего не касается. Отдельный сначала варит его, потом как заваривают чай, он не доваривается полностью, оставляет половинку, потом заваривают в медный, в медном кастрюле, как-то его доваривают, как чай доваривают рис. Так. А сейчас полностью рецепт конспектируем. Отдельно делают плов, значит, или с курицей, или с бараниным мясом. Вместе туда именно добавляют 7 должно быть вещей. А, все, я поняла, что вы хотели сказать. Да. Что, туда добавляют в это мясо изюм, черная слива, курага, каштан. И финики. Здорово. 5. Овощную почти. И мясо, плов получается 7 вместе вот этот все. А вообще даже это отдельно идет как подливка. Рис ложат отдельно, это будет отдельно в посуде, его подложат, вот вместе это едят. Это очень вкусное. Да, и новогоднее, очень новогоднее. А еще, Сабир, я знаю, что на столе на Новый год тоже должно быть 7 каких-то продуктов, которые должны строго начинаться на букву «С». Именно 7 вот количество. Это что-то значит? Есть, такой... они идут тоже вот персские или... Традиции оттуда, да? Да, арабские все есть слова. Они, в принципе, переводы я знаю. Там
идет на букву «С», они идут по их языкам, а у нас это уже не по «С» букву. Примерно идет, я помню, что еще... Что-то, да, очень много значит. Идет вот оливковое, как любви, там, яблоко. То есть символизирует что-то. Символизирует что-то там. Вот, с учетом того, что... Чеснок, здоровье, вот там много, вот этот, семь штук идет. Сабир, а как вы в Витебске, будучи вот уже в Витебске, вы отмечаете Навруз? Вот. С учетом нашей особенности. Вот отмечали, нет, как, каждый семье отмечает, или с друзьями отмечаем, у кого примерно собираемся, редко собрались мы вместе отмечать, потому что Новрус — это такой праздник, должно быть, на улице гуляет, делают костер, обязательно это должно быть, костер, и семь раз прыгает через этот костер в ту сторону, потом назад, туда-назад. А я знаю, что теперь вы отмечаете Навруз в ветакадемии, да? Вот. То есть получается так, что для вас... Вот спасибо большое Белоруссию, спасибо большое этим ветакадемии, этим людям, которые помогали нам. И организовали это этот организовали праздник. Вот этот, конечно, уже четвертый год. Мы с радостью, земляками, да? Все собираемся там, концерт показываем, все это, свою... Хотя бы живем культуру, в Беларуси, свою культуру, традицию не забываем. И мы не должны это забыть, правильно? Да, Сабир, огромное мы вам спасибо. Мы очень рады этому. Огромное вам спасибо. Это правда очень интересно. И мы могли бесконечно говорить об этом светлом празднике. Во-первых, я поздравляю вас с праздником. Спасибо, что вы пришли. Спасибо за эту красоту, которая у нас на столе. Хорошего здоровья и мира в ваш дом. Но мы продолжаем нашу программу. И сейчас, раз мы много говорили сегодня о Витебской ветеринарной академии, сюжет об этом учреждении. Это ведущее высшее учебное заведение страны и стран Содружества независимых государств. Единственный вуз в Беларуси, который готовит ветеринарных специалистов высшей квалификации по уникальным программам. В составе Академии 5 факультетов и 28 кафедр, где готовят их специалистов по четырем специальностям. Это ветеринарная медицина, зоотехния и новые, недавно введенные, ветеринарная фармация и ветеринарная санитария и экспертиза. Эти нововведения были продиктованы современными требованиями, ведь почти половина животноводческой продукции республики идет на экспорт, и немалый ее процент импортируется в нашу страну. И именно санитарный инспектор от производства до таможни и от таможни до прилавка контролирует качество и безопасность этой продукции. Ну а если быть точнее, то все специалисты ветеринарной службы, следя за животными, стоят на страже нашей безопасности. Витебская ветеринарная академия сегодня не только активно развивается, но и разрастается. Ее филиалы открыты в Гомельской и Брестской областях. А кафедры вуза имеют более 40 своих филиалов на крупных сельскохозяйственных предприятиях и животноводческих комплексах. Плюс к этому в состав академии входит аграрный колледж. Словом, это настоящий академический комплекс с развитой структурой подготовки высококвалифицированных кадров, что подтверждается неопровержимыми фактами. За годы существования Академия превратилась в крупный учебный и научный центр. Здесь сформировано 16 научных школ. И впервые в системе аграрного образования при вузе открыт научно-исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. Он имеет аккредитацию на 200 различных методик исследований. А еще Академия имеет аккредитацию на оказание ветеринарной помощи домашним питомцам. Какую бы специальность студент ни выбрал, в Академии его подготовят в области информационных технологий. Ну а те, кто хочет значительно повысить свой уровень, здесь есть магистратура, аспирантура и докторантура. Выпускники этого вуза могут занимать более 100 должностей – от пчеловода до руководителя крупного хозяйства. Это программа «Вечерний Витебск». И сейчас мы будем говорить в этой части нашей программы о Витебской Государственной Академии Ордена Знак Почета, Витебской Ордена Знак Почета Государственной Академии Ветеринарной Медицины. Вы узнаете много интересных фактов, которые делают этот старейший вуз нашего города действительно по-настоящему особенным, где особенно чтут свои традиции и свою историю. А еще там по-особенному относятся к студентам, и не просто к студентам как таковым, а в первую очередь как личности и к человеку.
Сейчас я хочу с удовольствием представить своего собеседника, о котором мы будем разговаривать об этом учебном учреждении. Итак, знакомьтесь, сегодня у нас в гостях Виталий Викторович Великанов, проректор по информационной и воспитательной работе Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Добрый вечер. Виталий Викторович, собственно говоря, я не просто так в самом начале заговорила о том, что у вас в вашем учебном учреждении действительно чтут традиции и что особое отношение к студентам. Оно сформировалось тоже своего рода, ну, наверное, со временем и стало тоже своей такой традицией. Я почему про это говорю? Мне совершенно случайно довелось увидеть в интернете переписку бывших выпускников, которые друг друга спрашивают о том, давно ли кто-то слышал, что в нашей академии происходит. И вы знаете, очень много отзывов, которые тронули или по-настоящему и впечатлили. Вот скажите, что вы такого делаете, чтобы ваши выпускники так тепло и так много лет о вас вспоминали, о вашем учреждении вспоминали? Что там такого делается? Я думаю, что мы делаем свою работу. И, конечно же, когда приходят к нам студенты, мы, конечно же, их уважаем в первую очередь, как людей, да, уже как состоявшуюся личность. Вот, конечно же, они постигают азы той профессии, которые они пришли учиться. Ну и, конечно же, при выпуске мы стараемся не терять с ними связь. Вот всегда, как молодым специалистам, как уже и больше они поработают, конечно же, помогаем советам на каждой кафедре. А двери открыты для наших выпускников. И, конечно же, выпускники наши всегда к нам приезжают, посещают нашу академию. А что очень интересно, у вас собираются выпускники, которые закончили там не, даже не 10, а по 40 лет тому назад ваше учебное учреждение. У нас очень хорошая давняя традиция, наверное, не каждый вуз этим может похвастаться, да. Вот, что у нас проходит каждый июнь, каждую пятницу июня ежегодно проходят научно-практические конференции выпускников. Это начинается 5, 10, 15, 20, 25 лет и старше. И люди приезжают, общаются между собой, делятся тем, кем они стали, что на производстве нового и так далее. Конечно же, рассказывают о своих семьях. Вот, и, конечно же, посещают своих преподавателей, своих кураторов, своих учителей. А еще я знаю, что у вас тоже такого своего рода, наверное, традиция, что ли, сложилась. Вы вот выпускаете своих выпускников, но не обрывается с ними связь. То есть, оказывается, они работают и постоянно еще поддерживают связь не только для того, чтобы посоветоваться, просто вот, вот такие товарищеские отношения, уже как с коллегами с ними общаетесь. Обязательно, конечно же. И когда всегда нашим выпускникам очень нравится, у нас традиция, когда вручаем дипломы, уже говорим «коллега». Это очень им приятно, но и нам, потому что очередная плеяда специалистов, которые выпускает наша академия, конечно же, выходит для нашего агропромышленного комплекса. Еще сейчас Витебская ветеринарная академия активно готовится, все-таки вступительная кампания накануне. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вы, наверное, рассказали немножко вот о том, чем интересен ваш вуз, о специальностях, наверное, и факультетах. Наиболее, может быть, популярных факультетах и специальностях? Ну, конечно же, хочется сказать, что наш вуз единственный в своем роде в Республике Беларусь, который готовит ветеринарных специалистов. Вот именно вузообразующим является факультет ветеринарной медицины, где готовят врачей ветеринарной медицины. Значит, эти специалисты работают как в сельском хозяйстве, конечно же, на предприятиях агропромышленного комплекса. Они стоят на страже нашего здоровья, нашей страны, потому что обязательно работают на границе, транспорте. Значит, они отвечают за вот такой щит нашей страны, чтобы не попали никакие заболевания из других регионов. То есть вот такого именно, уровня, да, такого уровня специалисты. Готовите. И, конечно же, как говорил магистр Сеенко, когда что медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач оберегает человечество. Здорово. А скажите, есть ли у вас сложности с распределением? Я знаю, что вот этой теме вы тоже уделяете особое внимание. У нас сложности с распределением нет, потому что каждый наш выпускник имеет первое место работы. Опять же, не каждый вуз может похвастаться, потому что мы, чего греха таить, что есть специальности в других учебных заведениях, вроде бы они и элитные, но устроиться на работу очень сложно. Да, да. В нашем вузе такого нет. Естественно, каждый студент, который обучался на бюджетной форме обучения,
В обязательном порядке получает свое первое место. Угу. И, конечно же, те студенты, которые учились на платной форме обучения, тоже имеют возможность обратиться и попадать вот в распределение, чтобы им тоже подыскали место для их работы. Правильно понимаю, что ведь иностранные студенты, которые приезжают сюда, вне зависимости от того, может быть, они захотят остаться, может быть, уедут, они тоже имеют возможность ведь, да, получить, получается, здесь место работы первое? Конечно, они имеют возможность получить место работы, а также, что немаловажно, как и наши студенты, они могут продолжить свое обучение. Продолжить обучение, как вторая ступень обучения, это магистратура, затем аспирантура. У нас также и докторантура, вот поэтому у нас не только наши студенты, белорусские имеют, или выпускники, дальше продолжают свое обучение, но, конечно же, иностранные студенты тоже. Ну, а самое главное, что очень далеко не каждый вуз может похвастаться своим собственным институтом, научно-исследовательским институтом. Это тоже, скажем, особенность вашего учреждения? Да, не каждый вуз мы имеем в своем составе, в своей структуре обособленное такое учреждение научно-исследовательское. Это институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии, который оснащен оборудованием по последнему слову техники, где проводятся лабораторные исследования крови, кормов, молока и так далее. То есть мы не только в этом институте показываем нашим будущим специалистам, нашим студентам, будущим специалистам, как работать на этой оборудовании, как проводить исследования. Ну и, конечно же, мы помогаем предприятиям агропромышленного комплекса решить проблемы, какие-то возникают заболеваниями животных. Может быть, это зависит от корма, может быть, счет каких-то моментов. Проводим такие исследования. А вы знаете, сейчас такая непростая ситуация, особенно то, что касается сельского хозяйства. И, может быть, студенты, абитуриенты боятся прийти в ваш вуз, потому что все-таки основное распределение – это село. Вот что-то вы делаете для того, чтобы поддержать ребят, поддержать интерес? Или вы за ситуацией смотрите, то есть насколько будет ребятам тяжело устроиться, получать достойную зарплату, имеется в виду на селе? Что-то это учитывается у вас в вузе? Конечно, мы есть такой момент, что так идем далее по их жизни, то есть наблюдаем за их распределением, как к ним отнеслись в хозяйствах. Может быть, потому что выполнили все условия эти предприятия, которые получили себе молодого специалиста. То есть вы защищаете своего выпускника? Обязательно, да, защищаем. Если какие-то возможности, моменты возникают, то мы, конечно же, это проводим. Ну и, конечно, не только в агропромышленном комплексе наши выпускники работают. Если по факультету ветеринарной медицины, то сами вы прекрасно знаете, что сейчас модно. Мелкие животные, очень много экзотические, клиник, экзотические. Поэтому, естественно, ветеринарные специалисты работают в этих клиниках. Если взять факультет, биотехнологический факультет, на котором готовятся три специальности. Это ветеринарно-санитарная экспертиза, это ветеринарная фармация и зоотехния. То, например, ветеринарно-санитарная экспертиза – это ребята работают в лабораториях государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, на рынках. Это и ветеринарный надзор на границе и транспорта, научно-исследовательские учреждения, предприятия перерабатывающей промышленности. Что касается ветеринарного фармацевта, сколько много у нас, во-первых, предприятий, которые производят лекарственные вещества, лекарственные препараты, это и заводы ветпрепаратов, это и биофабрика. Очень много аптек открыто. Согласна. И даже наши специалисты, наши выпускники работают и на заводах, которые выпускают медицинские препараты. А еще, я считаю тоже особенностью вашего вуза, это то, что у ваших студентов есть возможность пройти практику за границей. То есть возможность и поучиться чему-то, да еще и мир посмотреть. Есть и такое, конечно же. У нас студенты имеют возможность проходить практику за рубежом. Это в 12 странах мира. Например, Польша, Германия, Англия, Дания и другие страны. Конечно же, только сугубо по специальности они проходят практику. Это не только, что они могут посмотреть, как работают специалисты других стран. Плюс это, конечно же, язык. Они подтягиваются, это для них польза. Ну и, конечно же, посмотреть мир. У них эта возможность есть именно во время обучения в академии. А попасть в такую программу стажировки, для этого что? Это нужно хорошо учиться, попадают только самые лучшие. Конечно, мы же понимаем, что все не могут поехать. Как происходит этот сам процесс, отбор по рейтингу, по баллам?
Ну, конечно, с каждой, например, страны есть, например, если взять Германию, там Баварский крестьянский союз, есть такая программа «Аполло». Приезжают представители к нам в академию и ведут отбор. Значит, ну, понятно, сначала должен, конечно, жить хорошая успеваемость быть, знание языка, но незначительно, потому что они потом там подтягиваются. Смотрят просто, что за человек, и непосредственно отбирают собеседование этих людей. И хочу сказать одно очень приятно, потому что квота, например, на аграрном вузы там, ну, практически одинаково, но вот почему-то к нашей радости наших студентов больше отбирают на практику. То есть, значит, хорошо себя зарекомендовали? Да, я думаю, что и предыдущие, они смотрят, какие были до того наши студенты на практике, поэтому больше они к нам приезжают. И еще есть преимущество. У Витебской ветеринарной академии есть свой собственный студенческий городок, где своя жизнь налажена, и это возможность участия во всевозможных конкурсах, даже уже вы выходите на, или вышли уже на международный уровень. Вот это тоже очень важный момент в жизни академии. Конечно же, это очень так интересно, что практически в центре города, в сердце города находится наш студенческий городок. Это и корпуса учебные, естественно, 7 студенческих общежитий, библиотека, столовая, ну и, конечно же, спортивный комплекс, состоящий из 2 больших спортивных залов. Это и зал дальше борьбы, зал несколько тренажерных залов. И еще наша гордость, что обособленный дом культуры со своим штатом, который работает вот именно на благо наших студентов, которые могут прийти и заниматься в свое свободное время. Ну, а самое главное, что он вообще у вас есть. Да, и международные конкурсы. Активно участвуете? Участвуют, во-первых, наши студенты во всех городских, областных, республиканских, международных конкурсах. Это и соревнованиях, то есть и спортивные соревнования, и творческие конкурсы. Ну, и, конечно же, наша тоже такая, опять же, особенность, что мы любим проводить у себя, то есть приглашать гостей к нам. И, например, мы проводим, уже будем в этом году в 11-й раз проводить такой фестиваль, как «Студенческая аграрная весна». К нам приедут представители аграрных колледжей нашей страны. Ну и вот с 5 апреля стартует 6-й международный межвузовский фестиваль «Сделай шаг вперед», в который уже, я могу сказать, будут участвовать 20 вузов из Белоруссии, России, Украины и Казахстана. Замечательно. То есть география ваша вообще недостаточно широка. Виталий Викторович, огромное спасибо за участие в нашей программе, за очень полезную информацию. Удачи вам и хороших студентов. Спасибо. Ну, а вам, уважаемые телезрители, я хочу сказать, что мы с вами встретимся. Завтра у нас выйдет наш очередной выпуск. Да, встретимся мы завтра. Витебск, да. Ну, а прямо сейчас мы попросим студента Витебской академии ветеринарной медицины завершить нашу передачу. И, наверное, после этого эфира я смогу сказать, что в этой жизни я видел все. Рэп на туркменском языке. Прямо сейчас в вечернем Витебске. Гуванч Мырадов. Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем не скучного вечера. Пока. Шо башлад хуэсэм Саңа душан гүнім гүлім Ядыңдым, яды ұныттың Гүлвер сүйян диенім Гүрін өнімден әжір шектім Әйеледің гүл өмрім Сүйвә ынанма ядым Гүл ядым бейледігін білмәнім Шемалы үтшен сашлың Билиңе етіп дұрын Елғырыңда кей аташлың Ичімден кетшіп дұрын Салланып аяқ басышың Оулыны яқып дұрын Бірден бақма көзлеріңден Үтшінлер чықып дұрын Мен сүйәне Басымрак келе Мен үйәне Дадыма еті шей Мен сені сүйәне Басымрак келе Мен сенсіз үйәне Дадыма еті шей Мане кедер сүйгүйміз бозман толкун лордон горап Арман екі жебе лаба бозян кеплер сүйгүйін харлап Кептен дашты ол балам чүнк сені сайладым халап Маңа яшы дұрмышымды сүймігі өрінім сені танап Кер тұтомды биліңден кетчен қызғын әлімден Чыққан әзлен киліңден өпінімді левіңден Сүйгүйімі күйжеден ісләп барян Күн-күннен бір сөзің үчін яшаян Дойыма кияңынен Мен сүйәне басымрак келе Мен үйәне дадыма еті шей Мен сені сүйәне басымрак келе Мен сенсіз үйәне дадыма еті шей Кеме задым сені ба
маңа керек болон гават келен дәл сен қысматыңды маңа доғлон әхлі пікір ойым сен чын сүйе ұшыран оғлон мен арзу қиялым сен теркесен оңмын мен маңа яшы дұрмышымый сенсіз дұрмыш маңа дұрмышымый чалышмын өмірім өмірімі өмір сеплән өмір зынжырмый янып тұрон көздерің гаранки гейджеме сатша яқтыймый сарпетнаңа бар вақтыңы маңа яшы дұрмышымый мен Сүйәне, басымрак келей мен Үйәне, дадыма ерте шей Мен сені сүйәне, басымрак келей Мен сенсіз үйәне, дадыма ерте шей Мен сүйәне, басымрак келей мен Үйәне, дадыма ерте шей Мен сені сүйәне, басымрак келей Мен сенсіз үйәне, дадыма ерте шей Thank you.